Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, ну что, у нас закончился турнир. Сегодня не понедельник, ребята, сегодня вторник. Так, я получил мутагеноида и 75 платиновых осколков. Так, ну естественно, награду за Лигу Мастеров 3 звезды. Так, здесь я забираю награду. Так, серию испытаний. Ну, в принципе, ага, у нас, друзья мои, Крэнгушка. Ну что я вам могу сказать? Я могу сказать только следующее, ребята. Выигрывайте арену, получайте карточки на Крэнга. Потому что Крэнг, ну, он такой же имбовый, как и многие. А именно кролики, а именно как Леонардо, как Усаги, как Супер Шреддер и многие прочие. Но Крэнг, ребята, еще восхитительный тем, что у него две массовые атаки. Одна, конечно, будет немножко слабее, но зато она вешает на противника, по-моему, нельзя пробафаться. Вот это вот, запрет на баф. По-моему, вот это, да, кирпичную стеночку он такой вешает, это запрет на баф. Так что, да и сам по себе Крэнг довольно мощный. Да, у него удар булавой, ну то есть это руку он когда выпускает. Так, ребят, уже воин 2 звезды. Поэтому я, наверное, да, рекомендовал бы вам. Мне, по крайней мере, этот боец устраивает полностью. Есть, которых я не очень долюбливаю, а есть, которые прям вот нравятся. Вот Крэнг входит в число бойцов, которые мне нравятся. Так, ну что, у нас 19 уровень и 22. То есть 22 это Карайка, а Бакстер с Эйприл разделили с собой 19 уровень. Ну что ж, давайте. Вы, наверное, ребят, заметили, да, что сейчас в последнее время мало стало видосиков здесь на первом канале. Потому что я сейчас как бы перешел больше на второй канал и делаю игры. Покеворлд у нас там идет, Юниверсим, Режь и Руби. В общем, немножечко как бы отдыхаем от Android, от мобильных игр. Вот, и сейчас делаю акцент именно на ПК-игры. Но это ничего не говорит, ребята, обязательно, конечно же, будем продолжать. И здесь рубрику это никуда от этого не денешься. Тем более, это мой основной канал, так что все будет у нас тип-топ. Просто надо немножко отдохнуть. Я не успеваю, ребята, снимать контент и для того канала, и для этого. Поэтому, как бы получилось, что вот эта неделя у меня получилась посвящена нашему второму каналу. Эту неделю я, ребят, буду работать с утра, поэтому здесь, опять же, будет не очень много видосиков. Но две серии снято по Динабэшу, они уже лежат, надо будет их только выложить. Сейчас будет еще вот эта черепашки серия, и вы просили слезно про драконы-всадники Олуха. Да, и, наверное, еще драконы-всадники Олуха будут у нас тоже в ближайшее время. Потом надо будет как-то добраться, ребята, до ХКРочки. Уже давно там не был, наверное, месяца два. Так что надо зайти и погонять. Потому что чем дольше ты не играешь в игры, тем быстрее, ребят, ты забываешь все, абсолютно все. Я вот не помню, в какую игру играл. Помните, в свое время Hustle Castle мы играли? Я недавно тут зашел в нее, я пупил. Я вообще ни черта не понял. Куда, чего, для чего... Когда ты в этой каше варишься изначально, да, и в какую-то игру играешь очень-очень-очень-очень долго, много лет, и ты знаешь практически все там, абсолютно. Стоит тебе выйти, например, там на месяца 2-3, все, ребята, особенно когда есть там какие-то нововведения, типа обновление баланса, что-то там добавляет, ты заходишь, как будто это вообще другая игра. Ничего ты понять не можешь, что, куда, ничего происходит. Так что, ребята, если вот играешь в какую-то игру, то лучше ее периодически, как говорится, поддерживать. То есть периодически в нее заходить, играть, чтобы она тебя из головы не вытянула. Это касается не только, ребята, мобильного геймплея, это касается и ПК-игр. Уже вот сколько я
на своем веку вспомнить. Очень много игр начинал, потом какое-то время я про них забывал или еще что-нибудь. А когда возвращался, мне, наверное, было проще начать ее заново проходить, чем вспоминать, что же тут и как. Понимаешь? Или же просто начинаешь с сохранения, очень там приличное количество часов наигрываешь, как говорится, вспоминает память твоя, да, руки тоже вспоминают, как что надо делать, и уже продолжаешь. Ну, опять же, я говорю, требуется время для того, чтобы все это вспомнить. Ну, как ты понимаешь, буст у нас, ребята, здесь не получится, он, в принципе, здесь уже как бы и не нужен. Ту недельку мы закончили с тобой хорошо, как ты видел, да? У нас получилось даже на бусте очень миленько заработать, как говорится, Лигу мастеров на 3 звезды с одной заходки. Чего не было уже, наверное, год, а может быть и больше, чему я очень был рад. Потом сделал небольшой перерыв. Короче, у меня получилось, ребята, что та неделя, в ту неделю я выкладывал выпуски за позату неделю, понимаешь, да? То есть, как бы, играл просто за кадром, ребят. Просто не снимал видосики. Ну, получилось так, что очень много накопилось роликов. И если бы я их не стал бы выкладывать, у меня бы просто бы на жестком диске место бы закончилось. У меня там есть папочка «Готовые игры». Вот она у меня там практически вся была забита, уже места не было. Так, ну что, у нас 12.14, что-то все продолжается и продолжается. Я бы уже, если честно, вот, 13.15 уже устраивает. Так, у нас, ну, то есть мы близимся уже к 60-му рангу. А завтра, да, друзья мои, завтра с утра на работу. Время сейчас, в данный момент, 11, почти 11 вечера. Надо уже, как говорится, ложиться кемарить, потому что завтра с утречка. Тем более после тренировки. Я и так есть такой слабый, помятый. 3 дня тренировки, ребята, кряду. Тяжело. Я даже сегодня думал, что уже не буду некоторые упражнения делать, потому что я как выжатая тряпка был. Но все равно дотренировался все-таки. Стиснув зубы. Да, может быть, не с таким энтузиазмом, как я это обычно делаю, но я все-таки тренировку отпахал. Все упражнения, которые были у меня запланированы, все сделал. Вот. Так что я сейчас такой, не восстановившийся, да, так скажем, тяжело чувствующий усталость такую. Но эта усталость в то же время, ребята, она усталость, но очень приятная. Мне, например, когда я такой усталый, очень классно засыпается. И сплю как убитый. Вот. Так, ну что ж, давай. У нас есть что-нибудь из массового? У нас есть мутагеноид по массовой атаке. И... да и все, по-моему. Давай вот так вот бросим гранату. И вот так вот. Памс! Я представляю просто таким кулаком, ребята. Он же, насколько я помню, это бочка. И это резиновые вот эти вот химлаборатории, да? Когда там какие-то эксперименты делают, они просовывают руки, как тебе сказать, ну, в такую штуку. И там, например, в этой капсуле таким делают эксперименты. И вот в эту капсулу просто перелили содержимое вот этого Тимати, который растворился, так скажем, в кислоте. И вот он такой, блин, крэнт. И вот он таким вот стал потом. Так, 13.16. У нас, во, все, ребят, уже 70-ники. А они до сих пор еще на 35-м. Но это и понятно, что, то есть мы с тобой опережаем события в 2, а то в 3 раза. Так что удивляться тут нечему. И как всегда, кто-нибудь останется в живых. Тут на этот раз у них осталось 2. Это Кабан и Бакстер Стокман. Я просто удивлен. 35 уровень, ребята, мы 70-го. Как они устояли. Ну, это просто против всей логики, ребят. Так, 13-16. 37 уровень. Опять же у нас, ребят, 70-ники. Ну там как, 37-й, почти 40-й. Но все равно, ребят, на 30 уровней разница. Даже на 33-34. И, как по мне, это большая разница. И по какому принципу они выживают,
то есть большинство падает сразу же, ну это видно, да? А кто-нибудь остается. В чем суть? Каким образом ты, гаденыш, выживаешь, а? Как ты умудряешься? Просто если бы у нас бы была бы такая разница, да, грубо говоря, я бы пришел бы с 37 уровнями против компьютерного игрока, и он был бы 70-го. Поверь мне, он мне без шанса просто валил бы. Просто с одной плюхи я бы падал. А у него кто-то да выживает. Видишь, выживает и все. 37-38 уровень. Вот так вот. Так, ну что. Лига самураев, друзья мои. Одна звезда, 88 ранг. Хотелось бы уже, если честно, получить 14-17. Ну, я как понимаю, кукиш мне пока еще с маслом. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и я тоже тут особо, как ты понимаешь, не напрягаюсь особо. Потому что вот Куныча должен завалить всех. Да. Что лишний раз говорит о том, что она шутить не любит. 57 место. Ну что, Лига Самураев 2 звезды, наверное, у нас максимум, что мы сегодня сможем с тобой выхватить, к сожалению. Да, потому что очень мало бойцов уже осталось. Поединка 2 впереди. Ну да, Лига Мастеров 2 звезды. Ой, Лига Самураев 2 звезды. Ну, там с небольшим захватом на 70-80 позиции. Не более того, мне кажется. Ну и плюс еще событий у нас тут никаких нету, поэтому серия такая получается короткая. Это понедельничная должна быть серия. Называлась она должна буст, а у нас, как всегда, несостоявшийся буст. Так, 28 место, ну вот как раз поединок сейчас будет. Так, дайте мне, пожалуйста, 14-17. Потому что до этого у вас было... До этого было и всплыло, да, и не хотят. Ну ты серьезно, блин, а? Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Ну, в общем, три поединка, ребят. Это будет Лига Самураев. Две звезды. Ну, позиция, может быть, я не знаю, 50-е, 60-е. Еще посмотрим, сколько будет, я тебе сразу скажу, какая приблизительно будет. Ну да, где-то 50-е, 40-е, вот так вот, приблизительно. Раз, два, три, четыре, пять. По поводу той байки, друзья мои, которую мне, ну, как обычно, любят наши подписчики делиться. То, что здесь добавят новых персонажей, нет, друзья мои. Походу, здесь этого ничего не будет. И, походу, здесь вообще уже обновлений никаких не предвидится. Почему? Ну, потому что компания продала эту игру. Как бы она от нее отказалась. Хотя к этой компании, я тебе скажу... Вот, Дракон Всадник Олха, это тоже от них. Потом, что у них там еще? У них там дофига игр, и они практически все вот такого вот характера. Ну, пошаговые бои. Поэтому, я не знаю. Компания-то, в принципе, классная, да? Почему она вот так вот сбагрила все, неизвестно. Ну, видишь, 50-я позиция, ребят, все. Остается нам только сделать с тобой ежедневки. Пойдем на серию испытаний. Мы с тобой перешли уже на второй круг. И на втором круге мы сейчас с тобой быстренько пробомбим. То есть компания классная. Деньги на донатах 100%, ну не на донатах, а на покупках в магазинах она, наверное, имела крутые. Почему она решила отказаться? Ой, ребят, не знаю. Если честно, не знаю почему.
Может быть, это связано с тем, что люди уже начали взломки делать, и убыточно это было. Но хорошо, это они начали потом. А вначале-то же все нормально было. Сколько этой игре? Лет 6, наверное, да? Не, больше, наверное. Лет 6. Да нет, наверное, лет 6 ей. Потому что я не говорю, что я в нее сразу начал играть. Я начал в нее играть, по-моему, сколько, 5 лет? Или 4 года назад. Каналу уже 6 или 7 лет. Так что... Ну, у игры есть. Есть, ребята, возраст. Я когда тут зашел недавно в Steam, Бэтмен. Бэтмену 10 лет. Я и присел тут же, думаю, нифига себе, ни за что бы не подумал, что Бэтмену, серия Бэтмена, какой там 10, по-моему, даже 20 лет. Или 30 лет. Ну, что-то такое, я немножко прихренел, если честно. Так, ну что, пойдем с тобой тогда. Да не буду я, блин. Так, мы с тобой Алапекс, по-моему, прокачали по сотке, да, максималка, все это у нее. Раззевался я, ой. Говорю, уже спать хочется. Так, где у нас тогда наш Рафаэль оригинал? Вот его, ребята, будем вот так вот мы с тобой его на изи на 78 уровень прокачали. Так, дальше. Здесь нам понадобится два видеомагнитофона. Раз. Два. И 14 кружек. Одна есть. Вторая. Ой-ой-ой. Вторая. Третья. Четвертая. Это, подожди, а не шестая ли? Что-то я как-то... Шестая. Значит, поехали дальше. Так, седьмая. Нам нужно 14, да? Нам нужно еще, получается, 7 кружек. Так, это восьмая. Ну, у нас пицца уже заканчивается. Все, пицца закончилась. То есть не хватило мне, ребята, буквально 5 кружек еще. Ну да не беда. Мы его прокачаем. Так, ну и вроде бы все, да? О-хо-хо-хо-хо, ребята. Супер Шреддер будет на эксперте. Само собой, ребята, тоже рекомендую осколки на него набивать в обязательном порядке. Так, слэш. Обменим твои ДНКшки. Это тоже обмену подлежит. И это потому что за счет этого, ребята, они сразу меняются местами. Они встают не в свою очередь. Откуда у нас по одной ДНК-то вот этих вот? Я что-то не могу понять. Так, ну и тут вроде бы все. Да, ребятушки. Ну что же, на этом я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!